Я не понимаю, как можно не орать там. Юль? Нет! Почему он решает? Я хочу решить, что мы возьмем в аптечку. Маша, тебе что, неинтересно, ты кому звонишь? Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня сегодня не будет укулеле, потому что это долгожданный новый выпуск. Моменты жизни. Август месяц выдался довольно-таки насыщенным. Мы с ребятами ездили в трип, в тревел, Абхазию поехали. Что мы там делали, как мы там были. В общем, конечно же, все расскажу сейчас в моментах жизни. Поэтому садись поудобнее и погнали смотреть. Моменты жизни. 1 августа встречает нас вот такой вот чудесной погодой. Мы все стоим под дождем, под крышей. Вот молодцы, Сашуля, ты наш умничка, спаситель наш. А еще у Юльчики приехала сестра Лиля. Здесь они были очень похожи, но не сейчас. Когда дождь ожидается 20:00. Как ты Москву смотришь? Да, что ты Москву смотришь? Откуда Москва? Ой, бог! Слушайте, да, вот это нормальный дождец, вот прям знатный, хороший. В 30 минут дождь закончится. Ну сколько ставите дождю? Написано завтра, в течение дня ожидается дождь. Нормально, свежачило. Вот это, конечно, да. Смешное единоборство. Кадрле дуслар, буген ойнебыз лато. Эдегис Маша. Куда ему ушла? Я не буду играть с мошенницей. Утас. Что за 60 утас? 89. Тугас. Тугас. Или утас. Что за утас? Не играю. Тугас? Тугас. Или тугас. Алло. Так, егерме алты. Харак. Я ничего не понимаю вообще. Подожди, а 36 было? Юг. А это было? Или чего? А что ты сидишь? Ты играем, да? Тихо, я думаю. Ну, ты сама выросла. Было же. О, егерме. А фуй ты гэс. Икке. Саша, иди гэс, если не играешь, если уйнемы, то и другим тоже. Давай, уйней. Девочки, утас. А Саша утырык. А если ты оставишь указательный палец на этом же самом месте, ты принесешь. Опа! Опачки! Сашуля! Что за куча хэнса? Сегодня нелетная погода, и поэтому девочки остались дома и собирали пазл. Вы посмотрите, по-моему, не девочки собирали пазл, а Бима. Вот вообще пазлы не особо умею собирать. Я где-то собирала картинки, а потом их обклеивала скотчем. У вас так же? Нет, у нас специально клей был для пазлов. Клей для пазлов? А что, так можно было, что ли? Так, свэк. Ну, Саш, ну давай. Свэк. Неожиданный и старитайм отдать. Я решила продать свой фотоаппарат-камеру, на которой снимала очень много видосов в последнее время. Она у меня просто тупо лежит, пылится, думаю, продам на Авито. Мало того, что я продаю полный комплект самого фотоаппарата, так еще есть отдельный объектив, там 35 мм, который, думаю, тоже продам. Итого, 12 стоит сам фотоаппарат с полным комплектом и 9000 стоит объектив. Мало того, что люди умудряются мне писать, давайте мы сторгуемся там на 2-3 тысячи рублей, просто потому что им лень ехать там за другим фотоаппаратом на другой конец города. Хотя я написала в объявлении, что мы не торгуемся. Но апогеем произошло то, что чувак мне пишет и говорит, давайте я вас все, напоминаю, полный комплект самого фотоаппарата и отдельно объектив 35 мм, я куплю вас за 13 тысяч рублей. Хотя, если все продавать, простая математика, это выйдет в 21 тысячу рублей. Он хочет купить у меня объектив, который стоит 9 тысяч рублей, за 1000 рублей. Я такая читаю, и я понимаю, что чувак на полном серьезе пишет, типа, давайте я вас куплю за 13 всего вместе. Я такая ему, вы типа серьезно? Он такой, да, абсолютно. И у меня возникает вопрос, на что он, во-первых, надеялся, а во-вторых, как вообще люди додумываются такое писать? Просто я не понимаю эту логику, почему мы постоянно любим торговаться, если есть какая-то окончательная цена. Предлагать такие вот абсурдные варианты. Напишите мне в комментариях, что ими движет, какая логика в этих действиях. Типа, он реально думал, что я продам ему за 1000 рублей объектив? Мы собираемся в Абхазию в отпуск, и нашла такую шляпу. Надо нам решить, какую же мне шляпу брать. Вот такую вот. Такая, о! Или вот такую вот. Кстати, голосуйте. Мне нравятся обе, Юле нравится первая. Какая нравится тебе? Завтра мы едем в Абхазию на отдых, на отпуск. И у меня нет черевичек.
пляжных. Ну, то есть у меня есть выходная парадная, а вот чтобы как сланцу, тупо нет. Мы пошли в последний день с Юлей, чтобы найти на черевички. Я предложила вот это, типа, ну, типа, что, простенько со вкусом. Она говорит, что, в пансионат едешь? Тут вон с ромашками красивая, фреш, девчачья. Знаешь, вот... Что я вспомнила? У меня тоже таких шлепок нет. Мы почти уже подготовились к нашему отдыху в Абхазии, и мне не верится. Точнее, я уже в ожидании, то, что на улице сегодня холодно, а завтра уже будет тепло. Если что, я купила вот такие вот черевички. Александру очень понравилось. Говорит, сильно, модно, молодежно. Ня, каваи! Ты как японка, Сашулька, ходишь. Я это гейша. Ты гейша. Абхазская. Все, мы все прощаемся, прощаемся. Сдаем Биму на передержку, пока мы будем отдыхать в Абхазии. Она что-то последние пару дней у нас грустная такая вот. Она понимает, куда она едет. Мы тебя не навсегда оставляем, слышишь? Моменты жизни. Да, пожалуйста. Блин. Я сегодня просто, знаешь, обломщик дня. Она меня разбудила в 6 вечера, блин. Я только легла спать. Меня разбуди через 10 минут. Прошло 20 минут, как ты будешь? Не, ну, Юль. А, это лапирамид, берем лапирамид. Почему он решает? Я хочу решить, что мы возьмем в аптечку. Уголек. Меня это бесит, Юль. Сегодня у нас хол, что в моей аптечке. Мы составили список тех лекарств, которые нужно взять с собой. Позвонила матери, уточнила, что нам лучше взять. Сейчас мы будем собирать аптечку. У меня есть моя дорожная аптечка, которую я с собой заношу. Это все сейчас достанем. Кстати, рандомный факт, когда мы переезжали сюда, самая большая аптечка, по-моему, была у меня. Фурозолидончик у нас есть. Алохол тоже. Он как мизим. Средство натуральное. Оно на основе чеснока делается. Вот тоже возьмем. Эвкалипт. Ну, по сосушке, думаю, не будем брать. Пестал. Очень нужен. Хороший, как мизим сразу берем, безоговорочно. Так, у нас есть Ренни. Забейте Ренни. У тебя изжог. У Юль постоянно изжог. Так у меня фестал от изжоги. Пусть будет. Так, парацетамол. У меня, по-моему, была новая пачка. Зачем вам парацетамол? Что-то у нас мало-то таблеток, девочки, мальчики. Маша, есть таблетки, я думала, народным средством. Не, у Маши есть, у нее своя аптечка. Секундочку, извините. Мы сейчас учтем, что и что нужно докупить, завтра докупить. Давай эти важные таблетки тоже обрежу. Да. А что, они в Абхазию поедут за наш счет, что ли? Тебе не хватит этого, думаешь, Даш? Я думаю, Даш, там есть аптеки. Я не думаю, что у тебя начнется... У тебя за 22 года ни разу не будет жоги, а тут она начнется. Мало ли, я не знаю. Я еду в такое потрясающее место. Стараюсь к наслаждению. Ты стала Ребята, нельзя шутить над здоровьем. Завтра докупим то, что не достает, и поедем в Абхазию отдыхать, а не лечиться. Моменты жизни. Сейчас уже почти 12 часов ночи, подготовка идет полным ходом, а я тем временем сижу и вырезаю фишки для лото, чтобы потом закрывать нужные цифры, потому что в комплекте их очень мало. Я нашла вот такие старые карточки, которыми уже никто не пользуется. Сижу и вырезаю. Тут был где-то пацаненок, похож на гном-гномача. Вот, пожалуйста, смотрите. Подумали, что мы уже уехали в Абхазию? Ничего подобного. Что произошло? Я собираю свою зубную щетку и понимаю, что у меня нет кейса для зубной щетки. Я такая, ребята, давайте с утра утром сходим в Галамарт и купим мне этот кейс. В итоге в Галамарте не было, в Пятерочке тоже, но зато был обалденный дождь, который мы просто-напросто насквозь промокли. Нам выезжать через полтора часа. Мы насквозь мокрые, кроме Юли. Она просто спала. Что мы придумали? Вы посмотрите, какая махинация у Александра. Как сушу я. И пойдемте, вас провожу в святую всех святых. Это опасно. Вот так вот делать не надо, как мы. Мама, если ты смотришь, это ради удовольствия в Абхазию поехать. Короче, у нас тут как тепло. Мы включили духовку. Вот тут все завешали. Вот, пожалуйста, вам. А знаете, что ребята еще решили? Они решили пойти в магазин в том, в чем они поедут в Абхазию. А ты нет, типа? Нет. Даже он так неправильно измерит. Он 14 килограмм пишет. А, прикольно, да, на колесах? А ну положите давай ребром. Где как можно, чтобы один встал? Это математика какая-то. И потом прибавить просто с чемоданом. Моменты жизни. Все, мы прибыли в аэропорт. Мы сидим на чемоданах. У Юли сегодня есть свой собственный личный папик. Зовут Александр. Мой манекен. Твой манекен, мами-манекен. Он пошел покупать картошку, бургерки. Недолго музыка играла, недолго длился наш банкет. Произошла ситуация в том, что наш с Машей рейс поменяли на час позже. Мы приезжаем позже, чем ребят. Так получилось, что мы едем на разных двух самолетах. Когда ребят заказывали мне билет,
стали дорожать, они купили на другой рейс, там 40 минут разница. И, в общем, получается так, что мы ждем еще дополнительно время, и нас встречает трансфер прям впритык к положенному сроку. А мы с Машей говорили, что нужно запас времени оставить, но в итоге никто ничего не оставил. Вот, пожалуйста. Прикольный, кстати, уже отдых заметила наш? Под дождь попали. Сейчас рейс перенесли. А что потом? А потом будет море, солнце и жара. Не расстраивайся, нормально. Я не расстраиваюсь. Ты же без Саши едешь. Castaways. We are castaways. Давай, ждем, ждем. Вот это недовольное лицо. Мы только что прилетели, я не успела выйти с самолета, и на меня вот этот теплый ветер. Мы с Машей такие типа, ну Маша это все равно, она в гольфах своей, в альфе. А я-то как бы питерская мадам. Так долго ехали, вообще вам не показалось? Я уже успела сделать все. Я думала, вот они нагоняли, Саша такой, ты что так поедешь, ты что так, ты тоже такая, ты что так поедешь, потому я вышла. Холодно было. Да я же знала, куда мы едем. Я не ожидала настолько жары. Моменты жизни. Машуля подходит ко мне и говорит, хочешь, я тебе покажу горы? Ну давай, Машуля. Давай. Давай. Я тоже так сделала. Это офигеть, блин. Берегите, были кораллы. Обалдеть. Посмотрите, там облако. Ну все, все, мы уже подбираемся, подходим. Я никогда не видела море. Да море, Александр. Да ж я снимаю. Че? Я снимаю. Давай на фоне гор постоим. Ну давай постоим. Это таймлапс. Мы на фоне гор и на фоне моря. А Дашу унесло очки. И меня унесло. Трип, Абхазия, Фореве. Нам Даше понравилось. Нам тоже вот этот мир. Безумно. Пока Юля пытается открыть бутылку спрайта, нам с Машулькой принесли вот такой вот за 150 рублей. Реально, 150 рублей стоит этот шашлык из курицы. Мы в шоке. Как украсили, это красиво. Рад? Картошечку покушать. Мне пока не шашлыка, я не рад. Мы отдыхаем, чилим, загораем. Сашульку купили зонтик, чтобы нас не... У нас уже... свои зонты есть. Чтобы нас мы не загорели. Лежаки еще вот дополнительные два купили. И кроксы оригинальные. Оригинал. Взяла, хочешь покажу? Да, давай. Давайте. С ними очень удобно купаться, чтобы тебя не снесло. А вот куда будешь с ними ходить? Не знаете, я раньше думала, что крокс это такой зашквар, так стрёмно. Да это так вот, они такие мягкие. Моменты жизни. Давай, давай, помогу тебе. Я могу. Давай, покатай. Слушай, как батя реально, да? В таких тупанах. Ну что, дорогие мои, у нас первый день нашего Russian Tourism Edition версии отдыха. Кушаем сам сушечку вот с фаршиком, пьем коктейлы молочный, милк. Ребята, как у вас? Аж чуть-чуть. Сашулька, как тебе? Что, как тебе? Давай. Сам. Не очень? Лоха. А море как тебе? Народ-то сколько пришло? На тебя поблистать, посмотреть. Сидит на пляже и есть самсу на фоне гор. Вот, видишь, ты даже мечтать о таком не мог. Пришли мы, значит, поужинать около вот такого заката. Знаешь, да. Ой, тебя вообще никто не спрашивал. Ой, как обдувает. Ну, вообще, вообще. У нас ночной променад. Тут вообще Париж. Посмотрите, оп, и комар меня сейчас только что кусает за руку. Моменты жизни. На себя принимал Хасан Аба и с помощью сигнальных огней предупреждал ту самую Пзыбскую крепость. Мы с нашим татар-фрэнхаусом находимся почти что в горах, как говорит наш гид, это вообще еще не горы. Я покажу? Да, показываю. Раз, два. Нас возят на всякие коммерческие вещи, пока мы доезжаем до Зерыца. На самом деле очень красиво. Правда. Я прям сижу, как Russian Tourism, постоянно снимаю что-то в окно. Вот вы снимаете что-то в окно? Блин, нет. Ну, на самом деле фотки так себе. Ну, тем более, сейчас, знаешь, так фото там, странно. Там... Какие у вас ощущения? Мне пока нравится. Я могу сказать так. Я тут четвертый, пятый раз, где-то примерно. Но я каждый раз, как в первом году. Там цепочки какие-то, может, кольца есть, держите. Там кольца есть. Вот когда Юля видит у нас всякое барахло, все, она побежала. Что, место силы? Место силы, думаешь?
Дайте желание загадаем. Так, приехали на очередное место. Это называется молочный водопад Молочный, потому что падает вода, и она типа молочная. Изумительно. Да? Надо там чуть более. Ну да, попросторнее, да, по крайней мере. Пожалуйста, посмотрите, какая красота, прям на ладони. Небо на ладони. А еще вон там, вот давайте включаем фантазию, как будто нос, подбородок и скулы. Это как будто лицо человека. А это вашему вниманию птичий водопад. Очень свежо, прям птичий прохладно, водопад. Прям приятно. Птичий клюв. Птичий клюв, птичий водопад. Ну, типа. Мы находимся вот в таком вот месте. Мы пошутили, что это Ведьмингрод. Наше с Юлей место. Вот место силы. Потрогали. Приятненько. Насытились. Еще раз вам напоминаю, что мы находимся в Абхазии, вот такую вот красоту смотрим. Пришли на озеро Рицы, и вот смотрите, проблема в том, что на этом озере очень много катамаранов. И вот когда ты фоткаешь вот эту красоту, ты фоткаешь катамараны. И как бы катамаранов. Самое забавное в том, что эти моменты жизни вне дома снимаются. То есть это уже для нас прорыв. Горы такие красивые. Соглашусь. Сашулька нас охраняет, как будто он наш батя. Приехали на следующую точку, это Голубое озеро. И тут очень много разводов для туристов, типа сфотографировать с птичкой, но на самом деле мне очень жалко таких птичек. А начиналось так красиво, как у Шекспира нас уносило с тобой. Пошли немножечко загорать. Машулька взяла себе остатки арбуза, который взяла. И футболочку сегодня приобрели. Покажи, какая. Ой, ну какая, ну прям вообще около мусорки. Это типичная ситуация для Абхазии, нормально все. Сидим, наслаждаемся морем. Машулька тут трапезничает, вот. Между прочим, тут арбузы стоят 24 рубля за килограмм, вы представляете? Олечка вон там отдыхает, чилит на расслабоне. Мы хотели вон снять дельфина, тут дельфины прямо около берега чуть ли не были. Но вот когда я включила и камеру, они все уплыли. А еще Машулька нам рассказала такую штуку, что вы можете построить из камня такую пирамидку, при этом загадывайте желание. Если случайный прохожий ее разбил, то ваше желание сбудется. А я когда шла мимо, ну, я видела много таких штук, я их проходила мимо. Прикинь, у кого-то не сбудется ничего. Пока мы здесь ходим, мы заметили, что тут очень много заброшенных каких-то зданий и выбито очень много окон. Мы думаем, что это во времена войны, когда выбили окна, люди уехали и не вернулись. Какие ваши предположения? Хочу вам сейчас рассказать незабываемую историю. Последний день нашего отдыха. Первый день, когда мы пришли на море, собственно, купаться. Мы таким стоим в воде, наше пассивное купание. И я не ожидала, что вот такие сильные волны. А я была в очках. И я захожу в воду, меня вода забирает с собой, эта волна. И меня начинает плюхать. Во-первых, это паника. Я думаю, что я не хочу умирать в первый день отдыха. А второе, я выхожу, ребята мне говорят, что я без очков. А заходила я в очках. И я понимаю, что очки у меня остались в море. То есть море у меня забрало мои очки, мое очко. Я выхожу, у меня паника, потому что я понимаю, что очки очень дорогие, раз, и это только начало нашего отдыха. И что я буду делать? Я не особо вижу без очков. Я понимаю, что ну трындец. Юля мне говорит, пиши письмо Спанч Бобу. Я уже начинаю реально молиться Спанч Бобу. И что вы думаете? Проходит какая-то пара, говорит, это не ваши очки. И я была настолько рада, я за эти 15 минут почувствовала весь спектр эмоций, который только может быть. Она была настолько рада, что она начала благодарить не мужчину, который ей очки принес, а Спанч Бобу в море кричать «Спасибо, Спанч Боб». Море меня услышало и отдало мне мои очки. В этот же день вечером мы пошли на другой край. Я уже сняла очки, но у меня был фитнес-браслет. Что вы думаете? Этот фитнес-браслет море сняло у меня и не отдало. Теперь придется, к сожалению, покупать Apple Watch. За один день могла лишиться и очков, и фитнес-браслета. Что море меня избило? Море не особо, видимо, радо нашему приезду. Музыкальные инструменты придумали в 19 веке. Что люди делали до 19 века? Смотрите, это... Знаешь, ты меня вот ради этой шутки вот заставила снимать. Мы еще для сториса снимем. Даш, достань сумку. Снимаем клип, давайте, и... Пусть здесь,
Женщина, ну вы будьте аккуратны, пожалуйста. У нас тут Зита и Гита с одного отряда пришли. Мама вас дома ждет, да? Знаешь, мы все так говорим, в итоге, я уверен, мы ни разу не поиграем. Буду читать, буду слушать музыку, будем играть в карты, кушать кашу. Кашу, ты сама вышла. Она про доширак. Мы смотрим на смотровой площадочке целый город Гагра. Смотрите, как красиво закатик. Смотри, зачем нам смотровая, если мы можем тут... Остановка по кайфу. Следующая остановка — это ресторан Гагрипыш. Этот ресторан сделали как лего. На выставке купили, в общем, Икея. Использовали ни одного железного гвоздя. Тут говорят какие-то часы швейцарские, не то что у Саши из Санлайта. У нас тут Юля фоткает во тьме. Вот. Дима Масленников! Здесь кто-нибудь есть? У меня сколько-то миллионов подписчиков. Последняя точка нашей экскурсии — это вот колоннада. И, конечно же, Сашулька решил сфотографировать фонтаны, потому что у нас же в Питере нет фонтанов. Моменты жизни. Ну вот и все, наш отпуск в Абхазии подходит к концу, мы с этими баулами идем в станцию на железнодорожную. Это наше только начало путешествия, потому что мы будем ехать трое суток по всей России. Так что это только начало, ребята. Когда вы, наверное, слышите, мне нужно прийти на вокзал, вы думаете, что сейчас такое будет огромное здание, там будет очень много людно, кассы все обиты, туалеты тем более. Какой вокзал в Гаграх? Пожалуйста, смотрите, он как бы есть, но его как бы нет, потому что он не функционирует. Он разрушенный, он заброшенный. Хотя поезда ходят. То есть вы представляете? Вокзала нет. Я не понимаю, как можно было не восстановить вокзал. Ну или хотя бы какую-то часть. Но его нет. Даже часы вон стали, пожалуйста. Сидим мы, значит, около вот этого разрушенного вокзала. Вот все эти дни мы просто выживали за этих комаров, потому что комаров действительно очень много, и они съедают. И мы не могли найти, прикиньте, спрей от комаров. И Александру приходит гениальная мысль в голову. И нам можно было купить эвкалиптовое масло, немножко капнуть, и все бы комары разбежались. Но мы не додумались. Мы додумались только сейчас об этом. Благодаря девочкам они нашли какую-то спираль. Ну все, сейчас зажжу. Это, знаешь, это дар свыше, я считаю. У нас сегодня антикомар Fashion Week 2021 Гагра вокзал. Открывает показ Мария. Маришка, наш модель с факелом, обратите внимание. Fire show. Этот аутфит нам показывает, что может. Да заткнулся. Я не какой-то. Ну я про аутфит хотела. Быстрее, ты чё, ты уже должен меня заменять. Аутфит ты не сказала, да ничего. Ничего, ладно, сам дальше я иду. Подожди, давай я сейчас пойду. Давай. Подожди. А как я иду? Вот именно как ты идешь? Покажи мне страсть. Я знаю, кем я буду. Я буду забивной. Забивной? Даша крутая собачка. Комары жрают. Жарко, конечно, сейчас, ну, немножко. Все, это было закрытие нашего фэшн антикомария. Fashion Week 2021. Абхазия, Гагры, Рео, Старшин. Я в шоке, на самом деле. Типа, люди вот должны стоять. Типа, сейчас тепло. А если в мороз кто-то приехал? Дождь фигарит, например. Да, я не понимаю. Типа, люди стоят на вокзале. Я в шоке просто. Я не понимаю. Моменты жизни. Короче, не можем положить нормально чемодан, он не влезает. Я свечу. Вы думали, мы спокойно можем ехать? Нет, Александр развил свой напиток орехов. Не, ну, тебя. Из-за меня? Смотрите, сразу видно, где мы едем. Где карты? Азарт. Сейчас всех выберем. Ну, посмотрите, какая поездная романтика. Не Дадар Фрэнхаус, а какое-то крысенское логово. Уже едем сутки. Фотосессия, подожди. У нас уже фотосессия пошла поездная. Неплохо. Вот так вот время проводим. Мы не можем друг от друга далеко уйти. И поэтому Юлечка решила прийти к Маше. Она соскучилась, во-первых. Во-вторых, мы сегодня меняемся местами. Мы с Машей внизу спим, а ребята наверху. Поэтому Юля училась забираться. Нет, я не могу. Мы уже больше суток 24/7 вместе, мы просто душнило. Вот мы докапываем до каждого слова друг другу. Душнило, я не могу. А что тут у нас главное душнило вечера? Это как Маша вчера, играем в Уно. Давайте мы даже будем топиться. Вот Каташа, я была за тебя. У нас сегодня последний день, когда мы едем в поезде, ночуем в поезде. Мы сейчас со Шулькой спорим на суефа, кто будет спать на нижней полке. У нас пока счет 2-2, играем до 3. Готов? Раз, два, три. Раз, два, три. Я. Блин. Ладно. Печаль, беда. Нравится мне тут спать? Не знаю, мне и там не особо. На камеры вагон таким большим кажется, на самом деле. Сколько камеры посидеть? Мы специально арендовали целый вагон. Вагон для уважаемых людей.
электричество придумали в 19 веке. Или где-то 19 века. Ваше знание и сила. Моменты жизни. Спустя трое суток, наконец-таки, мы доехали до Питера, все такие немножко помятые. Ну вот и вернулась с каникул, Бимочка. Все нормально, вон Сашуля твой любимый. Сашуля вот явно сейчас ей не до Сашуля. Саша, пытайтесь собрать коробку. Мы сегодня приехали в наш старый район, где мы раньше жили, потому что мы посылку отправили по старому адресу. Как всегда, простояли на почте около часа. Шулька, как тебе наш бывший райончик? Очень неприятно. Меня триггерит. Меня триггерит, особенно Александра. Александр, как Бимочка, сейчас так... Моменты жизни. Мы с ребятами пришли. Слышите вот этот крик? Парк аттракционов. Вам нужно еще заплатить за вход 100 рублей, чтобы вы зашли покататься на аттракционах, которые тоже платные. Мы пришли кататься на колбасе или комбината. Многие просто смотрят, стоят на вот эти аттракционы. Ну вот, 100 рублей бы, чего бы нет. Ну вот, посмотрели, хватит. Саша нас боится на экстрим. Я на синий не пойду. Гунтик, подержи ваши вещи. Александр боится экстрим, потому что у него давление долбанет. Это все. У нас команда, у этого давления это босикается. Вот эти. Ага. И, ну, как бы Даша кричала, и на трех мертвых этих петлях она вниз поднимается. Я на первом духе это заметила, думаю, интересно, третья, она крикнет, не крикнет. Действительно, очень быстро мы только сели, и я вообще ничего не поняла. Мы сейчас были на вот этом аттракционе, и вы знаете, это вообще непередаваемое ощущение. Юля села на лавочку. Реально, это вообще, это что-то, это самое лучшее. Чтобы вы понимали, я в жизни ни на одном аттракционе даже страшно не бежала. Но здесь просто... Вид еще красивый наверху. Вид красивый был, но Даша начала говорить, я говорю, Даша, заткнись. Вот мы на этом сейчас только что катались. Сейчас рванет. Знаешь, а вот когда мы пришли первый раз, никто не орал. Как они не орали? Я не поняла. Мне кажется, там были люди, которые... Либо мы не слышали, либо что. Я не понимаю, как можно не орать там. Моменты жизни. Юлечка сегодня выложила интересный сторис. Вот, и у них... Сашуля мстит. Сашуля мстит, и Юля смакует. И сейчас я выложу фоточку. Где Сашуля смакует? У них батл пошел. Юль? Забыла наушники, Саша не хочет спускаться. То есть тебе не было лень, а штаны надеть тебе было лень? Спасибо большое, Сашельчика. Это для сторис! Вы думали, что мы с Наташей сидим, отдыхаем, чилим на расслабоне? Нет, я заставила ее работать опять на меня. Мы сейчас сделаем новую обложку. Она мне говорит, включи камеру, просто включи камеру. Ну вот я включила камеру, все, я объяснила людям. Все, теперь они поймут. Поднять интерес. Что это, взятка? Такая хорошая штука. Уж, мне так нравится. Так симпатичненько. В Питере сделали такую карту подорожник-тройка. То есть можно оплачивать проезд в двух городах. Я хотела купить и подарить Наташе, у меня сразу ассоциация, ты на два города живешь. И сегодня я вижу в сторисах, что она же это купила. Я, блин, расстроилась на самом деле. Слушай, мне так понравилось, когда вот эта иллюстрация у тебя. Вот, финалочка. Потому что английский изучала. Это самое лучшее, я считаю, это самое лучшее. В общем, мы такие идем с Наташей, он говорит, я тебе подарю стикер со своим инстаграмом. Я такая говорю, вот это честь. Далее наш трип, мы пришли в подписные издания. Тут какая-то такая интересная есть книжонка. Грустные факты о животных. Например, давайте узнаем, обезьян умеет врать. На этом была рубрика «Грустные факты о животных». Моменты жизни. Сегодня в такой прекрасный солнечный день мы с ребятами приехали на Уделку, вещевой вот этот рынок. Уделка! Все знают, наверное, Уделку в том, что это как бы барахолка. Вот это блошиный рынок, блохастый. Блохастый у нас Саша. Мы сюда приехали поискать, может быть, мне курточку какую-нибудь интересную. Вот когда вы заходите, это еще не вся Уделка. То есть Уделка начинается там, где на клееночках лежат какие-то вещи. Вот это Уделка. А секонд-хенд на минималках. Да, Саша впервые пришел что-то там своим. Иди себе без мяса. А еще
ведь мы пришли именно в тот момент на рынок, когда нужно готовиться к школе. Вот скажите, вас одевали в школу на рынке? Меня одевали, тебя? Да. У меня прям детский триггер. Говоришь, мама, мне жмет. Она говорит, нормально. Ты кому ты нужна? Вот, вот это уже уделка. Нет, я не про голубей, я вон про вон тот. Представляете, покупаете его альбом, а там чьи-то фотографии. И живы эти люди? Вообще, ты не знаешь, кто эти люди? Я не знаю. Поэтому их продают? Не знаю. При этом здесь действительно можно найти какие-нибудь сокровища. Типа мы сейчас шли и нашли книгу 1901 года издания. Какие-то иконы, причем там вырезанные лица, видимо, со времен СССР. Это реально можно найти золото среди мусора. Интересен тот факт, что вот эти блошиные рынки, вот это вот удельное, оно уже сколько лет живет. Еще больше появляется вот этого барахла. Что для нас кажется барахлом, для других это целое сокровище. И следующая локация, куда мы приехали с Юлей. Ты в Питере живешь, не надо так сильно делать. Это книжная ярмарка. Юле посоветовала какая-то коллега с работы и реально. В общем, мы приехали на эту ярмарку. Действительно, прикольное, хорошее место, как вот рынок, я бы вам сказала. Книжный рынок. Книги купили, покажи. В двух пакетах. Хороший дядюлька там был. Нам все рассказал, подсказал. Помог выбрать. И он говорит, он даже нам простил 10 рублей. Но у меня были эти деньги. Я ему отдала 10 рублей. Хорошее место. Мы ставим лайк. А еще у него были прикольные календари с BTS. Мы просто к нему подходим и говорим, что у вас есть. Он говорит, тут классика, зарубежная, русская и клевые календари. Елизаровск, если что, станция метро. Вот книжная ярмарка. Юля, презентуем наши книги, которые мы купили. Давайте, первая книга. Дашины книги. Мои. Даша просила что-то легкое, рассказики такие, ну так, в метро почитать, не вчитываться. Ты лавку взяла? Да. Таящиеся у порога. Маша, тебе что, неинтересно, ты кому звонишь? Лавкарта вот мы... Лавкарта вот мы купили, угу. Мы читали прочёт. Ну, тоже сборник. Там тоже сборник, как и «Ночь в музее». «Ночь уже не новая». И Даша купила Бунина, ну, это уже наша российская. И я себе купила целые три книги. Он просто так распиарил эти антиутопии. Ну, как бы они у меня и так в списке были, что надо купить, прочитать. Но он их сам так распиарил, что такая... Давайте! Аж две. И купила «Лесков Леди Магбет». Вот я начала читать «Заводной апельсин» и продемонстрировать. Допустим, вот прям в самой первой же странице очень интересно. Парень был темный, в смысле глупый. И типа очень много такого, половина слов у них идет вот. Ну типа очень страшно. Говнодав. Вот у них такие. Там есть слово «жопа», там есть слово «хрень», «херен», «нахрен». И я такая «I like it». А теперь показываем, что мы купили на уделке. Главное, рукава очень хорошие, Юлечка, пройдись рукава. Нормально, а не как гоблин, как у меня мама говорит. Угу, угу. Моменты жизни. Мы сейчас играем с ребятами в квиз плиз, сыграли первый раунд. Сказала, когда я завизжал, сказал. Да. Я тоже подумала. Два раза написано, потому что даже бежала часть. У нас у Шулька по 2 балла, у девочек пока по 0. Как у вас ощущение? Прикольно, да, приходится думать? Я типа вы знаете эти слова? То, что я думала, я буду чувствовать себя тупой, а тут я еще социально неадаптированный себя чувствую. Да. Если тебе понравился данный выпуск, то обязательно ставь ему лайк. Напиши в комментариях, что делала летом, как вообще прошло у тебя лето. Я все обязательно прочту. Ну а для всех любителей моментов жизни напоминаю, что на канале есть целый плейлист со всеми видосами из каждого месяца, поэтому обязательно посмотри. На меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.